Сегодня я поделюсь с вами рецептом сырников. Данный рецепт моей мамы. Сырники получаются очень нежные, пышные, вкусные. Для приготовления сырников нам потребуется 500 грамм творога. Чем суше творог, тем лучше получатся сырники. 4 яйца. Соль и сахар мы будем добавлять по вкусу, в зависимости от того, насколько кислый или не кислый творог. Сода. Столовый уксус. Соду мы будем гасить в столовом уксусе. Мука. Масло растительное нам потребуется при жарке сырников. Пол чайной ложки соды мы гасим в уксусе. И добавляем в творог. Взбиваем 4 яйца и добавляем их в творог. Все перемешиваем. Взбитые яйца мы перемешали с творогом и дальше добавили соль пол чайной ложки и сахар пол чайной ложки. Все перемешали. Попробуйте тесто на вкус и для себя определите, вам достаточно такой более нейтральный вкус или вы хотите немножко досолить или немножко добавить сахара, чтобы это был более сладкий выраженный вкус. То есть далее добавляем соль и сахар уже по вкусу. Добавляем в тесто 4 столовые ложки муки. Я просеиваю через кружку. Сейчас будем быстро это перемешивать. Я уже поставила на плиту сковородку. Она нагревается. Добавлю масло растительного. И сырники будем сразу же жарить. Берем тесто ложкой. И формируем сырник на сковородке. Он так жарится. Жарим сырники с двух сторон на сковороде.